утро в колхозе. Третий день. Анатолий Всеволодович наводит марафет на лице. Солнце также продолжает светить. Небо голубое. Неожиданно вышел Дмитрий Егорович, помахал всем ручкой и сказал: «Все прекрасно, ребята! Все хорошо!» Где-то в доме наш мастер по завтракам готовит завтрак. Да? Да. Проспект Рыбака. Так и в жизни не ловил еще. Понятно. Поезд. Реально шикарная вон. Снимай ее, снимай. Ну вот снимаю. Слышишь? Свечка выходит. Подводите. Она, короче, вот здесь по перекату ходит. Или выше вставайте, до нас кидайте вот сюда на там перекат. Там ходу мелко. Оттуда. Выводи. Давай, выводи. Потом базарить больше. Рекорд! Лошадь, блин. Егор. Два одинаково. 4,57. 5 на 2 грамма. На блесна. Называется таймень кусамовская. Вот. Ты. Михалыч поймал. Подожди, сейчас он вытащит. Да, да. Значит, крокодайло. Да нет, не крокодайло. Хорошо зацепил. Давай за леску. Вытащи. Подведи ко мне. Где ты? Я не вижу тебя. Все, все, сошла. Сошла? Блин. Подсак же. А мы решили, что нам нахуй не нужно. Мы так решили руками. На камеру. Потому что тут просто ее немерено, блин. Белая. Вот у меня вот это вот, смотри. Уже, по-моему, по пятере три штуки или четыре. Нет, три. Три. Горыч поймал. Вижу. Надо так, надо поперёк сломать. А? Пятачок-то точно? Ну вот. 200. Забагрили рыбку. Забагрили рыбку. Так это поди твоя. Нет, ну раз тащили. Так вот,
Ловим тут монстров всяких. Егор тоже ловит, помогает. Да? Река Обь. Мы с Михалычем пошли на Святую Гору Манси. Там есть листьянка, они ее называют. И мусор, жертвоприношение. В основном ножи и табак. И эта гора дает людям здоровье, если вдруг у них что-нибудь болит. Вот. В основном туда идут именно за этим. Но мы просто идем пока посмотреть. Но абсолютно ничего не будем там нарушать. Увидели какой-то след. Непонятно чей. Потом мы спросим у моего товарища, чей это след. Вот след, видишь? Нет, это я вижу. Мапа, это чья? И вот ты наступил. Вот проскользнулся и вон там. Вон. Видите? Вот такое чудо. Здесь есть мой нож. Ищу. Где-то он был. Вот он. Вот это за. Вот. Да. Что-то хороших-то ножей уже не вижу. О, моя блесна. Я ее оставил. Офигеть, сколько лет прошло. А зачем ты ее тут оставил? Да просто оставил, чтобы что-то оставить. Никто ведь ничего не берет, представляешь? Вообще, смотрите, ножики-то он уже покрыты этим, как его называют, мхом. Вон какой, ну, шикарный фильм. А как вот тот посадили, а? Да, вот смотри, на самый верх. Главное, вот блесну повесил, и никто не взял за все года. И хоть бы что, да, видимо, это... Вот нельзя ничего брать здесь. Так нельзя. Никто ее не берет. Вон, ложка чья-то. Это, по-моему, этот оставил. Ложку. Леха. Сыну дяди тоже. Вон ножи какие-то упали. Видишь? Вон какие древние, видите, вот кому-то. Совсем древние лежит. Вон все заржавело. Что, здорово, да, Егор? Вот эта лиственница, она... Пожар был, лес горел. Она осталась. Ну, а помню, тут хорошая, да. Ух ты, нож-то шикарный, да? Видишь?
Так их полно, давай поищем, может, наберем на эту. А? Толя здесь и собирал всегда. Вот чуть-чуть полазить тут. Вот, ребята, посмотрите, что это, если не следы медведя. Вот, ну? Так вот каждый день рабский труд. Сначала лови, а потом таскай. Потом еще и чистить надо будет. Некоторые. А мне только заворачивать. Это вот улов сегодняшнего дня, ребята. Еще не весь, там же осталось. Да, еще не весь. Иди покажи, что осталось. Погодка испортилась. Вот еще небольшие крокодильчики. Ты сейчас сказал несочетаемые небольшие крокодильчики. Ну, крокодилы, да, они еще больше. Тренируем мальчика. Сейчас будем тренировать мальчика. Молодое поколение. Он пошел очки одеть. Он готовится. А Саша, на столе лежали тарелки, в том числе вот такая еще одна. Не знаю ничего. Когда ты брал стол? Это к Егору все. Вот бубен шамана. Нашли на Святой Горе. Бубен. Сначала техника безопасности, значит, смотри, когда... Уже зарядили патроны в стволе, палец всегда вне курка, то есть его куда-то вот так вот ставили, и не поворачивайся вообще к людям, то есть вот я, грубо говоря, здесь буду, да, стоять, ствол вот-вот ходит вот так вот, то есть вниз или вверх, и потом наводишь на цель, все как выстрел. Ни в коем случае сюда не поворачиваешь, да, ствол, ни под каким этим. Голову, то есть корпус у тебя всегда прямо. Голову-то можно повернуть? Не, голову поворачиваешь, да, но ствол всегда вниз. Патронами. Все, потом я сейчас тебе примерно покажу, потом еще уже выйдет. Держи пока нужно. То есть стойка, примерно вот, то есть опора на переднюю ногу, как бы большую часть веса. И немножко корпус вперед. То есть вот получается так вот стойка. Ну то, что это не винтовка. Да, винтовка это вот. Да. Вот так вот. Ты ешь и стреляешь. А вот тут вот наоборот корпус вперед. Потому что отдача, ты не бойся, она будет, патроны слабенькие, она как бы не сильная, но будет. Не убьет, поэтому... Понятно. И самое главное, приклад сильнее в плечо прижимай. Если ты чуть-чуть не прижмешь, так, вот плечо, вот эта мышца, вот это у нас в районе, вот сюда вот. Вот ее убирай посильнее. Потому что если ты сильно не прижмешь, отдача как бы больше тебе. Ударит, сильно ударит. А так, за счет вот этой вот группировки, ты вот когда вот эта вот рука, вот так вот, она как бы. Единое целое должно быть. Прижата, и у тебя как бы мышца, она вот так вот сжата, и она как бы у тебя как амортизатором выступает. То есть вот. И производишь быстро. Давай пока это без патронов, просто пока встань, держи. Возьми в другое плечо, в другое. У тебя, ты левша, в другое плечо, по-другому. Пробуй, как тебе удобно. Да, вот. Ну, здесь приклад под правую руку. Вперед наклонись. Чуть вперед наклонись. Вот. Еще вперед немножко. Вот так вот приклад. Ты корпус развернул, корпус развернул. Вот так вот. Вот. Руки поверни. Место прикладывает приклад. Вот. И ты должен не закрывать глаза. Ни один из двух глаз ты не закрываешь, у тебя глаза оба открыты. Мышку наводишь, она под банку. И производишь выстрел. Вот, еще раз, стай нормально, вот прислонись. Егор, ты наклонился назад, назад. Надо вперед. Вот, еще вперед. Не, сильно не надо вперед. Вот так. Вот так где-то. И у тебя корпус развернут. Ты прямо должен стоять. Не так вот. Да. Попробуй.
Вперед наклонись. Как прикладу должна быть? Вот так. Вперед наклонись. Картошка готова. Целься. Будешь? Ну. Прицелился под банку. Сережа. Оу. Картошка готова. Я готов стрелять. Готов? Давай стрелять. Прижми сильнее. Стрелять. О, попал, бля! Попал! Это случайно. Смотрите, ребята, он попал. Первый раз в жизни стрелял, бля. Ну что, Егор? Как? Стоило сюда ехать? Стоило. А передвижение бил? Не знаю. И попал. В эту банку. Я думал, в тарелку попал. Класс. Да. Что, есть что ли идти надо? Ну, картошка. Пойдем, поедим. А что у нас времени? Что, а горячая бока? Нет. Сколько у нас? А, ты в эту банку? Ну, банка вверху на полке стоял. А я думал в тарелку. Ну еще и будет, скажи, тарелка, да? Еще попробуем. Потом по тарелке. Класс. Ну ладно, дайте себе там кушать. Вот снимай, вот это. Рыба в кляре. Вот такие хорошие ребята.